Всем привет! Вы на канале «Готовим просто по-домашнему». Сегодня мы приготовим свинину, запеченную в духовке. Необычное сочетание некоторых ингредиентов делает это блюдо особенно вкусным. На праздничном столе оно займет почетное место. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Берем кусок мяса, лучше, конечно, если оно будет не постное. И делаем надрезы, как показано на видео. Режем не до конца. Мясо поворачиваем и надрезы делаем в другую сторону. Должно получиться вот так. В отдельной емкости делаем маринад. Берем паприку, кориандр, черный перец. Добавляем дижонскую горчицу и оливковое масло. Выдавливаем зубчик чеснока. Солим и все хорошо перемешиваем. Этим маринадом хорошо смазываем мясо. Смазываем со всех сторон, прямо втираем. Мясо заворачиваем в пакет, герметично его закрываем. И отправляем в холодное место мариноваться не менее чем на 2 часа. А пока приготовим начинку. Твердый сыр натираем на мелкой терке. Грецкие орехи измельчаем с помощью блендера. Орехи и сыр пересыпаем в миску, добавляем мягкий творог, солим, перчим и хорошо все растираем, чтобы ингредиенты соединились. Масса должна получиться густой. Грушу разрезаем на 4 части, удаляем внутренности и нарезаем тонкими пластинами. Когда мясо хорошо промариновалось, начиняем его орехово-сырной начинкой. Начинку стараемся вкладывать во все разрезы. Дольки груши вставляем в начинку. Вот в таком виде мясо укладываем в 2 слоя фольги. Мясо хорошо заворачиваем в фольгу. И отправляем в духовку выпекаться при температуре 180 градусов 40 минут. Через 40 минут мясо открываем, поливаем образовавшимся соком и еще раз отправляем в духовку на 20 минут подрумяниться. Готовое мясо можно подавать на стол. Необычное сочетание орехов с сыром – это просто потрясающе, очень вкусно и необычно. И никто не догадается, из чего сделана начинка. Мясо подаем, нарезав на порционные кусочки. Обязательно попробуйте приготовить свинину по нашему рецепту. Из простых и доступных ингредиентов вы получите очень вкусное и необычное блюдо. Если вам понравился наш рецепт, ставьте лайк, напишите комментарий и обязательно подписывайтесь на наш канал. А я вам желаю, чтобы вам всегда было вкусно. До встречи в следующих видео.